Семена кабеи я сеяла в конце февраля. Сначала я их прорастила на влажной марлечке, завернула, положила в емкость, сверху накрыла пленочкой и сделала дырочки для воздухообмена. На следующий день с семян я сняла вот такую скользкую оболочку для того, чтобы они лучше прорастали. Прорастали семена неравномерно, какие-то пораньше я их уже посеяла, они взошли, а у каких-то только-только начал появляться росточек. Сеяла я их в стаканчике 200-граммовые на глубину примерно 0,5 сантиметра, присыпала сверху грунтом и немного полила. Дальше поставила в теплое место. Сходы не заставили себя ждать, буквально на 3-4 день они появились. В процессе роста я перевалила кабея в горшочке 1,5-литровые. В конце апреля на окне у меня уже красовались вот такие лианы, даже несмотря на прищипку. Высаживала кабею я уже на постоянное место в конце мая, а в августе месяце она у нас зацвела. Очень понравился синий цвет. Сначала бутончики светлые, а потом начинают окрашиваться. Необычно смотрится.